И снова печальный прирост. Да, последние сутки в Нефтеюганской больнице скончался пациент старше 65 лет. У мужчины было тяжелое течение коронавирусной инфекции и многочисленные сопутствующие заболевания. За это же время лабораторно в Югре подтверждено 28 новых случаев COVID-19. Из них 17 в Ханты-Мансийском районе, по одному случаю в Урае, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, 4 в Мегионе и 3 в Нягане. У большинства людей заболевание протекает бессимптомно, но есть и 5 случаев пневмонии. Выявлено 4 новых очага. Специалисты отмечают, что доступность обследований на коронавирус в округе сегодня представлена 4 лабораторными центрами. 4 лабораторных центра уже могут проводить исследования населения, не относящихся к обязательным контингентам в силу постановления номер 9 от 30 марта текущего года главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которым установлены обязательные контингенты для обследования. Все, кто не относится к этим контингентам, имеют возможность пройти обследование в 4 лабораторных центрах в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.